Сотрудники пожарной охраны принимают поздравления с профессиональным праздником. 375 лет назад, в 1649 году, царь Алексей Михайлович издал наказ о градском благочинии. В документе впервые были установлены правила должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность. Товарищ полковник, личный состав Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона по случаю празднования 375-летия со дня образования Дня пожарной охраны построен. Накануне профессионального праздника руководство и личный состав Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона, а это более 500 человек, поздравил Владимир Волков. Таких служб на территории нашей страны, наверное, две. Это ваша и прокуратура, которая насчитывает свою историю, которая перешагивает уже 300-летний рубеж. Желаю, конечно, каждому сухих рукавов, такое профессиональное выражение. Конечно, здоровье, конечно, достойной заработной платы, чтобы дома всегда ждали, чтобы количество пожаров было минимальное. На территории округа 3 пожарно-спасательных части и 2 пожарных поста. В них круглосуточно несут службу 35 пожарных. Работу лучших отметили наградами. На память у меня есть случай, когда у нас на Урицкого был пожар. И мне пришлось девочку 15 минут держать на телефоне, пока ехали пожарные, чтобы она с ребенком не прыгнула с этажа. Поэтому ради этого мы работаем, ради этого мы и живем. В Люберцах круглосуточно заступают на службу более 50 пожарных и спасателей. По сигналу тревоги в любую секунду готовы выехать 15 единиц спецтехники. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.